Всем привет, друзья! Сегодня у нас на канале будет очень интересная распаковка. Это будет норковая женская шапка. Вы когда-нибудь видели норковую шапку китайскую? Вот я пока еще не видел. Ну вот меня попросили заказать на AliExpress хорошую зимнюю женскую шапку. Ну и поскольку достаточно много я уже заказов сделал в этом магазине, вот, вызывает у меня доверие этот магазин, решил такую достаточно дорогостоящую шапку приобрести. Вот, это шапка из натурального меха норки. Вот, но сделана она так, что как бы нанесена на такую материю. Вот сверху, ну так достаточно интересно. Сейчас я вам покажу при дневном свете. Вот такая вот шапочка. Сейчас она выглядит слегка примятая, но по опыту заказов все это впоследствии распушится. Вот так выглядит внутренняя часть этой шапки. Вот, очень она понравилась адресанту, которая меня просила заказать шапку. Идеально подошла по размеру. Вот, но чуть попозже я, когда зайду на сайт AliExpress, расскажу вам о размерах. Сейчас я внутри еще покажу, как она выглядит. Вот такая вот материя. Вот, ну, достаточно оригинально сделано. Вот, и очень выглядит красиво, тепло для русских зим. То, что нужно будет. Сейчас я зайду на сайт, расскажу вам о ценах. Так, друзья, пару слов скажу о цене и размерах. Стоит эта шапка 3303 рубля. Это включая доставку, то есть доставка бесплатная. В долларах это 55 долларов 42 цента. Вот магазин, в котором я эту шапку заказывал. Вот. Впоследствии эта шапка, вот она будет выглядеть так же, как на фотографии. То есть на видео она примятая, ну, после доставки, а буквально там через неделю все это будет именно вот таким вот образом выглядеть. Я это говорю, потому что вот до этого я делал обзор на такую вот шапку. Вот видите, тут тоже такой бомбон. И тоже он был примятый, но буквально через неделю после носки все это вот именно таким вот образом раскрылось. Так что все это будет выглядеть вот так, как на картинке. Шапка очень хорошего качества. Тут не так много заказов, 39 заказов в этом магазине. Но видите, все проголосовавшие оставили оценку 5 баллов из 5. Несколько тут вариантов расцветок. Вот. Далее, что касается размеров. Здесь указано, что данная шапка подходит для окружности головы 55-60 сантиметров. То есть все это действительно так. Таблица соответствует. Вот, натуральный материал. Real Mink Fur — это настоящий мех норки. Так что AliExpress производит продукцию на любой вкус и на любой ценник. То есть не только дешевые, но и дорогие. Можно купить товары очень хорошего качества. Значит, ссылку я оставлю в описании. Можете здесь почитать отзывы. Средний рейтинг 5 из 5. Шапка отличного качества. Видите, в основном покупатели из России. Вот такой вот обзор. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание. Всем пока.